Я боюсь, любит ли он меня, и от страха весь горю в огне. Иисус отвечает мне: друзья любят всегда, друзья помогут в беде, друзья нигде никогда не изменят тебе. Друзья в молитве Отцу всегда вспоминают тебя, друзья никогда не уйдут, никогда. Я тебя люблю. И если в раю
Господь мой, ты защитник мой, отец мой, ты защитник мой, я в безопасности с тобой. Ты защитник мой, Господь мой, ты защитник мой, отец мой, ты защитник мой, я в безопасности с тобой. Сатана мне не принесет вреда.
следовать буду за тобой всегда, и сатана мне не принесет вреда. Когда Господь мой был распят, Он на кресте терпел насмешки всего народа и солдат. Язык рта не прилип, пот превратился в соль. Он из последних сил сказал, превозмогая боль: Ты их прости, они совсем не понимают, что творят, они слепы. Я готов возложить за грехи их наказание на меня.
совсем случайно. Вопрос о вине тайный возник в голове. Зачем живем мы на земле? Ответ я в Библии нашел. Иисус, он смысл жизни для меня. Иисус, он друг мой. Я исцеление хочу.
когда есть кто-то рядом, я на коленях пред тобой борюсь в молитве суетой, к тебе бегу я, как к врачу, я исцеления хочу. Только ты знаешь, что со мной, лишь ты один во всей вселенной. Раз.
оставляют сети. Им злоба не дает покой, но никогда ничто на свете не разлучит меня с тобой. Ей есть успех, пусть знают все враги, друзья. Источник мой благословений всех. Это ты, Господь, это ты, Господь, а не я. Боже мой, для
Господь твоей любви недостоин, и в страданиях твоих я виновен. Должен я был на кресте быть наказан, суд надо мной ты заменил над собой. Thank you.
я. Ни силы, высота и глубина.
высоко.